В глазах темнеет. Uh-oh. Проблемы. Что я пропустила?
Эй! Мы уже тут так долго, только и думаю, скорее бы домой вернуться. Я так понимаю, ты не из пехоты и не из рейнджеров. Чем могу помочь? Если говорить строго официально, то нет. Однако, поскольку я во много раз умнее и находчивее остальных на этой базе, думаю, можно уверенно сказать, что солдаты на меня равняются. Гений редко получает признание при жизни. Идея простая. Армия дает твердый доход и щедрые плюшки за то, что ты подвержен серьезному риску, если ты на передовой. Будешь слишком плох, тебя выпнут вон. Будешь слишком хорош, пойдешь на передовую. Все, что мне нужно делать, держаться посередине, и я получаю легкую праздную должность в километрах от настоящей войны. Это зачем? Очень маловероятно, что ты поймешь что-то из того, что я скажу. Достаточно сказать, что я признанный гений, и когда я наконец отслужу и уеду из этой тестостероновой юдолии неудачников, у меня будет столько денег, сколько я захочу. Я почему-то подозреваю, что ты еще вернешься поболтать. Походишь... Салют, клёво, что ты тут. Они в основном ничего, ребята. Поиндекстер показал мне, как делать фейерверк. Раз меня иногда как бы пугает, но это ладно. У него была трудная жизнь. Ну, так получилось. У нас было несколько неурожайных лет. Батя сказал, что троих дурашлёпов ему не прокормить, помрём с голоду. Я был старшим, вот и пошел в армию, чтобы сестрам было что жрать, чтобы нас не убили бандиты и чтобы Иисус нас любил. Да, в общем, тут ничего. Хотя мне не нравится, что драться надо. Я не боюсь. Просто не люблю людям плохо делать, вот и все. Маманя всегда говорила: «Сынок, ты самый старший и сильный, веди себя хорошо». Каждый день повторяла. Я это, видать, крепко запомнил. Ну, я вырос на ферме в Калифорнии. Не бог весть что. Батя, мама, я, две сестры и где-то 40 акров кукурузы, ну и брамины. У нас не было особых проблем, так, не урожай иногда. Потом я вступил в армию и попал сюда, в Нью-Вегас. О, отличное место. Озеро очень красивое, и нас тут не особо дергают парни с Легиона. Пока-пока. Привет. Мы ценим твои заслуги перед НКР и хотим тебе отплатить тем же. Вот двусторонняя рация НКР. Ты всегда можешь позвать на помощь. НКР всегда прикроет тебе спину. Береги себя и доброй охоты. Мы без боя не сдадимся. Рады видеть, что тебя еще не убили. Все просто. Сюда отправляют всех недоделанных и нежелательных. Но, слушай, я не то чтоб жалуюсь, ничего такого. Наверное, потому что я хотела кем-то стать, понимаешь? Быть лучше из лучших. Я хотела стать рейнджером, но... Вот, дошла только сюда. Да, в смысле, они нормальные ребята, но им все равно, знаешь, у них нет амбиций, нет стремления.
Они сочкуют, и это плохо на меня влияет. Я тебя умоляю, в лагерь Гольф пихают всех, кого больше никуда не берут. Назначение сюда — это конец карьеры. Ничего интересного, в общем, выросла в Нью-Рино, записалась в армию, попыталась стать рейнджером. Не вышло, но я и застряла с этой горе-командой. Ну, я не знаю, может, потому что на мне висит самое задрипанное отделение в армии НКР? Как думаешь, может, в этом дело? Конечно, до скорого. Пусть Легион не надеется. Чё надо, кореш? Что тут рассказывать? Тут вокруг было чё-то вроде курорта для толстопузых. Перед войной. Теперь на старом курорте сидят рейнджеры. А мы, окопная тварь, в палаточках. Типичная картина, мать её. Да чё рассказывать? Вырос на Западе, в могильнике. Знаешь такой? Ну да, мало кто слышал. Там как-то фигово для детишек, понимаешь? Я пошел в армию, чтобы оттуда вырваться. Мои до сих пор там. Да мы особо не болтаем. Пондекстер умник долбанный. Охан-Рахан Тилок ни на что в бою не годен. А Мэкс... Ну, Мэкс сделано не для того, чтобы в окопах гнить. Догоняешь? Неважно, все равно они мне не нужны. Мне и одному хорошо. Блин, чувак, мне было либо сюда, либо в черти. А в черти в НКР долго не живут. По крайней мере, теперь за меня крутые чуваки с большими пушками. Точно. Мы без боя... Да мать же вашу, теперь что? Да кем ты себя воображаешь, чтобы заявляться сюда и просить выделить бойцов? Я не буду отправлять куда-либо солдат НКР по просьбе первого попавшегося бродяги с пустошей. Я тут с того дня, когда мы пришли в Вегас. В те времена лагерь был постоянным местом стычек с легионом, бандитами и всем, чем захочешь. А сейчас у меня все время уходит на то, чтобы вколотить немного дисциплины в подчиненных. Они сидят на попе ровно и сочкуют. В основном муштрую солдат, пытаюсь поддерживать дисциплину и боеготовность. Не самая легкая работа в мире. Солдаты без дела очень быстро начинают скучать. И все же мы должны быть готовы ко всему. Легион стоит за рекой. Разочарован. Мы их не просто так зовем швалью. Хорошее дело браком не назовут. Они недисциплинированы, ленивы и начисто лишены воинского духа. Командир отделения, девчонка по имени Мэкс, еще ничего, но остальные, как по мне, безнадежны. Хотя я все равно из них сделаю солдат, даже через мой труп. Или их, если на то пошло. Буду рад. Черт, может, они послушают кого-то, кого не считают официальной властью? Для меня это жизнь. Я вступил в армию в 16 лет. Я больше ничего не умею. Ну так, я не хотел переходить штабные. Я не для того пошел в армию, чтобы бумажки перекладывать. Да, как скажешь. Эй! Какая масса усилий, чтобы втереться в расположение генерала. Я понимаю, это такая военная хитрость.
как-то совсем нелогично. Зачем ему это понадобилось? Непредусмотренный фактор. Я надеялся дожить на легкой волне посредственности, до жирной правительственной пенсии. И как ты думаешь достичь такой цели? Интригующе. Рапорты о боеготовности всей роты вводят в компьютеры на курорте. Если взломать систему, можно изменить наши файлы. Хотя такая попытка, скорее всего, сведет на нет усилия по мотивации отделения к нормальной учебе. Если ты преследуешь эту цель, пробуй другие варианты. Как хочешь. Уверен, тебе скоро станет очевидно, какое решение оптимально. Походишь патрулем по Мохаве, поневоле затаскуешь о ядерной зиме. Салют. Клево, что ты тут. Ко мне? Ладно, я тебе скажу, что нужно нашему отделению. Малость обычной человеческой доброты. Вот-вот. Люди просто не хотят говорить друг с другом и постоянно огрызаются. Это было бы чудесно. Да вот только если это будет моя идея, они небось перестанут тебя воспринимать всерьез. Так что, может, тебе нужно сначала все обдумать. И я очень надеюсь, что тебе лучше удастся их убедить, чем мне. А то они и слушать не будут. Делай, как сочтешь нужным. Рада видеть, что тебя еще не убили. Он просил, да? Ну, удачи тебе. Научить рад тараканов строем ходить, и то легче. Ну, если хочешь мое мнение, то больше всего нам нужно выгнать отделение на стрельбище. Научить метко стрелять и метать гранаты. Хотя, уверена, у других есть и другие мнения. Ладно, я... Чё надо, кореш? Йо, я тебе скажу, что нужно этим ребяткам. Хорошую дозу сыворотки злости. Психо! Большая красная! Когда-то я тусил с чертями, у меня еще есть связи. Притащи сюда немного, и сразу все наладится. Как хочешь. Рада видеть, что тебя еще не... Ты точно уверен? У меня достаточно власти, чтобы заставить их начать. Но эти ребята жутко ленивы. Сомневаюсь, что они захотят, чтобы их тянули в разные стороны. Как скажешь. Ладно, всем построиться и приготовиться. Вы его слышали, народ? Сосредоточьтесь. Я беру цель на 11 часов. Раз, Охан Рахан, ваши двое справа.
Поиндекстер, центральный. По правде, это было хоть что-то. Спасибо. Рада видеть, что тебя... Совсем-совсем не... Ладно, Конечно. Салют. Салют, клёв. Пока-пока. Рада видеть, что тебя еще не... Рада видеть, что тебя еще не убили. Конечно. Че надо, кореш? Блин. Черт, может... Рада видеть, что тебя еще не... Они... Ты впрямь так думаешь? Черт. Конечно. Какая масса у... пытаешься апеллировать к моему эго? Должен признать, это эффективный прием. Ладно, я помогу. Но только потому, что я хочу понять, возможно ли это в принципе. Но только потому, что я хочу понять, возможно ли это в принципе. Я почему-то подозреваю... Салют, клево, что ты тут. Черт, отделение теперь куда лучше работает командой. Думаю, у нас все будет отлично. Пока-пока. Ну, их результаты по тестам поднялись всего ничего, но я слышал, что Шваль отлично работает командой. После всего сделанного, чтобы привести нашу Шваль в форму... Да, я могу выделить пару бойцов для Bitter Springs, сейчас я дам указания. Да, как скажешь.
Привет! Когда людям некуда податься, они всегда могут пойти к последователям. Оружейникам следовало бы помочь последователям и безвозмездно передать нам хоть какое-нибудь оружие. Нужно помочь стольким беженцам. Говорят, последователи очень благодарны тебе за помощь. Стрип жреет и бросается деньгами, а во Фрисайде люди сидят без еды и лекарств. Эй! Чем я могу служить вам, хозяин?
Здравствуйте. Напоминаю, что рабочее время с 10:00 до 17:00. Предъявите пропуск или покиньте здание. Добро пожаловать в штаб-квартиру Рэпкон, ракетчик. Вы проделали долгий путь, чтобы посетить наши скромные заведения. Не правда ли? Я здесь, чтобы ответить на любые ваши вопросы в определенных границах. А если угодно, я могу провести экскурсию по музею. Я могу отвечать на любые ваши вопросы в рамках истории Рэпкон, научно-исследовательских работ и Робка. Как вам, возможно, уже известно, Рэпкон является лидером индустрии в сфере альтернативного топлива для военных и технических целей. Ученые Рэпкон были пионерами разработки ракетно-ядерном топливе. А недавно сделали несколько революционных открытий в области плазменных систем. Новое партнерство с Робко освободило наших инженеров от повседневной рутины и позволило полностью сосредоточиться на будущих проектах. Хорошо. Не стесняйтесь расспросить меня о Рэпкон в другое время, я не обижусь. Экскурсия демонстрирует потрясающий вклад Рэпкон в науку и новые горизонты, открывшиеся благодаря сотрудничеству с Робко. Великолепно! Великолепно! Немного терпения, экскурсия начнется буквально сию минуту. Готовы к экскурсии по Рэпкон, ракетчик? Благодаря замечательным людям из Робко, я сегодня буду вашим проводником на пути научных открытий. В освинцованной витрине за моей спиной находится отработанный урановый стержень из одного из наших старых реакторов. Не будем подходить слишком близко. Пройдем-ка дальше, хорошо? Посмотрите сюда. Целый ряд разноцветных видов плазменного топлива. Осторожней, на вид они, может, и годятся для питья, но в вашем желудке им совсем... Тем не место.
почему цилиндры разного размера в результате совершенства. Наших методов производства выход топлива со временем увеличивался. Вот почему. Справа от меня вы видите образец старых защитных бочек, которые Рэпкон когда-то использовала для хранения радиоактивных отходов. Они абсолютно безопасны. Слева от меня пример свалки защитных бочек Рэпкон, которую некоторые законодатели считают загрязнением окружающей среды. Абсолютная чушь. За моей спиной наш новейший ракетный проект, который мы держим вдали от посторонних глаз. До запуска, простите за выражение. А передо мной модель не в натуральную величину пускового купола, который мы используем для выхода ракет на орбиту. А вот эти колоритные господа за моей спиной — самые ранние эксперименты Рэпкон в области полетов. Почитайте таблички и расширите свой кругозор, ракетчик. А теперь кульминация нашей экскурсии. Благодаря щедрому пожертвованию Ровка, следующий экспонат демонстрирует великолепный мир роботов. Вокруг вас великолепный робоглаз, устрашающий робот-охранник и всегда готовый прийти на помощь мистер-помощник. Готовность помочь реализована во всей нашей линейке. И последний этап нашей экскурсии. Эта модель нашей Солнечной системы — лишь малый пример того, какие надежды мы возлагаем на партнерство между Робко и Рэпкон. Видите эти крошечные ракеты в полете? Ими управляют роботы, и они неустанно выискивают ресурсы для добычи на других планетах. Наша экскурсия подошла к концу, ракетчик. Робко и ее крохотный партнер Рэпкон благодарят вас. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Чем я могу служить вам, хозяин? Обнаружен несанкционированный лицевой паттерн. Обнаружен допустимый пропуск. Предоставлен временный доступ. Оформите регистрацию сотрудников службы охраны.
Здравствуйте, миссис Миллет. Надеюсь, у вас будет отличный рабочий день. Конечно, конечно, не стану вас задерживать. Конечно, конечно, не стану вас задерживать.